Всем доброго времени суток. Сегодня еще раз хочу продемонстрировать, каким образом я буду укоренять, делать из одного фикуса лировидного 3 или 4. Мне нужно, я купила вот один фикус лировидный в магазине. Сколько тут? 35 сантиметров где-то высотой. Пластиковый контейнер с крышкой. Также подготовила стаканчики пластиковые. Низ сделала отверстие и пенопласт покрошила для дренажа. А также любая кочанная смесь. Сюда я положу обычная земля универсальная, да? Также перлит и древесный уголь. Все сейчас перемешаю. Будет такой. Может, вермикулит добавить еще. Но таким образом ложкой для этих мероприятий. Сейчас я сделаю. Все перемешаю и положу еще мосфагном. Такой грунт. Так, перемешиваю. Уголь древесный полезен для корешков, чтобы избежать гнили, порчи. Порезала мох, все перемешаю. Мох обладает бактерицидными свойствами, тоже очень полезный для наших растений. Жалко, конечно, резать, но красота, говорит, требует жертв. Поэтому сейчас размечу, намечу, в каком месте мы можем получить. Посчитаем, сколько у нас будет новых отростков. Как бы нам его лучше размножить. Так. Так, я уже присмотрела. Обычные ножницы кухонные взяла. Приступаем. Итак, я порезала вот на фрагменты. Обязательно ствол, листья. Промываю в воде их все. Нижние листья убираем, которые вот совсем близко к нижней части ствола, которая будет в земле, вот лишняя. Сейчас как следует промываем и приступим к посадке. Здесь я оставила вот побольше листьев, а здесь по 3-4 листочка достаточно. Листья хорошие, жесткие, в форме лиры. Оттуда название лировид. Вот это бомбина у меня. Такой у меня получился легкий грунт. Заполняю стаканчики. Также подготовила корневин. Вот такой баночек. Буду макать череночки и погружать мой грунт. Увлажняю из распылителя немножко. Ну, сфагнум хорошо держит влагу. И там что перебит. Немножко увлажнила. Просто обмакиваю в корневин и сажаем в наш горшочек. Все. И погружаю слегка. Так. Также в корневин. И в горшочек. Все. Работа завершена. Подсыпала нужное количество мне земли. Стаканчики еще раз увлажнила. И таким образом хотела сказать, что из одного растения, которое мы обрезали, можно получить 5 новых фикусов Лерата Бомбина. Результат укоренения покажу. Было много вопросов по старому ролику, моему первому.
Поэтому я хотела показать поподробнее, как я это делаю. Вот и все. Вот такое средство укоренения. Очень легкое, простое. Впоследствии, когда укоренятся, можете раздать знакомым, порадовать близких. Друзья, сейчас отдохну, немножко влага испарится, накрываю крышкой и убираю на светлое место. Всем спасибо, до встречи. Всем доброго времени суток еще раз. Итак, я, как вы помните, производила черенкование и высадка в грунт череночков лираты 24 октября. Сегодня у меня 11 ноября, то есть прошло 18 дней. И хочу показать, какие здесь у меня уже корешки. Один брат уже забрали. Посмотреть, наросли корешки. Пока сидят в тепличке, продолжают наращивать корешочки. Но уже процесс укоренения налицо. Так что за меньше, чем чуть больше 2 недель, первый вообще очень быстро укоренился. Вот уже корешки у всех. У всех. Эти корни. Угу. Вот такие у меня укорененные получились череночки лирата бомбина. Впоследствии здесь будут развиваться дальше. Из пазух пойдет листьям, пойдут почки проснутся. Это будет весной, не раньше, я думаю. Условия здесь какие? Тепло и освещение. Дневное время. Дневной свет. Вечерние часы. Включаю до свет. Примерно до 11 вечера. Такой лампой. Сейчас она уже не горит. Включается по таймер лампа дневного освещения, продолжается досветка. Так что пробуйте, экспериментируйте, ничего там сложного нет, легко укореняется. Все зеленые сорта вообще неприхотливые укоренения, в отличие от варигатной формы. Варигатная очень долго может укореняться, до месяца. Ну, а эти очень быстро. Первый укоренился вообще за 2 недели. Даже меньше прошло. Ну, пусть еще постоят, нарастят корешки. Вот в таком ящике, который с экспресса. Удобный, самый высокий я выбрала. Вполне для них подходит. Все крепенькие. Листочки все твердые. Так что спасибо всем за просмотр, кто посмотрел мое второе видео об укоренении. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду рада ответить на вопросы. На этом я заканчиваю свой обзор данного видео. Все закрываю. Еще неделечку постоят они у меня так в тепличных условиях. Потом открою. Также просто будут они мне стоять в этом же контейнере, просто без крышечки. Как сказать, привыкать к условиям не тепличным. Ну все, вот такой краткий обзор моих растений, которые были посажены путем черенкования. Всем спасибо большое, до новых встреч, пока-пока.
образом можно из обычного вот такого фикуса, приобретенного в магазине или в каком-то там салоне цветочном, укоренить и сделать несколько черенков, несколько фикусов. Так что не бойтесь, экспериментируйте.